По информации единой диспетчерской службы, за прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций не произошло. В ИДДС поступило 892 обращения, требующего реагирования и справочного характера. Из них в пожарную службу 6, полицию 77, скорую медицинскую помощь 415 и 8 в газовую службу. 8 ноября с 14 до 16 часов будет отключено холодное водоснабжение котельных номер 5, 17, домов с 1 по 10 по улице Светлая, военной части и госпиталей в связи с ремонтными работами на ВЗУ-12. С 8 по 10 ноября с 9 до 16 часов будет отключено электроснабжение по улицам Кирова и Дзержинского в поселке Нахабино в связи с реконструкцией воздушной линии и монтажом опор. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. Напоминаем, контактный номер экстренно-оперативной службы 112.